Алло, раз-два. Добрый день, уважаемые господа. Скажите, работает ли стрим вообще в принципе, потому что у меня дашборд показывает, что он офлайн. И стримок показывает, что нет зрителей. То есть надо понять, работает эта фигня вообще в целом или нет. Это первоначальный наш будет шаг. Так, во, все, вернулось. 15 вьюер, вижу, все. Надеюсь, что все будет нормально. Так, поехали, мы катаем в теннис сегодня. Бам. Так, надо... Я музыку выключу, бам. Надеюсь, что теперь выключу. Что за теннис? Игра такая, Mario Tennis Aces. Бам. Так, ну это туториал. Так, давайте. С самого начала, с самого туториала. Сначала basic шоты будем изучать. Так, потом будем практиковать. Оп, подкидывать. Учит кнопкам. Я это прошел уже, я затер себе сейв, чтобы вам показать туториал, не знаю зачем. Так, подкинул. Бам, найс. Так, теперь надо вернуть шот оппонент. Оки-доки. Бам. Нормально. И потом сейчас будем играть онлайн-турнир против живых чуваков. Я уже развалил одного японца, и сейчас будем фигачить. Так. Теперь говорят, как целиться. Оп, можно правей. Можно левей. Можно еще правей. Опа. Проклятый перепак, на. Так, продолжаем. Powerful shot. Если бить мячик дважды, получится круче. Match faster shot. Чтобы еще быстрее шот был, надо заряжать. То есть держишь штучку и заряжаешь. Так, враги тоже будут пытаться влево-вправо это делать. Возвращайтесь на центр, когда... Так, давай. Я как раз про двойные шоты не понял. Так, это чардж был данный? О, бам. Как же просто. Реплей. Можно скипс. На Метакритике 0 отзывов про эту игру, потому что она еще не вышла. Она выйдет в конце июня. И это демка. И демку только сейчас запустили. Давай чаршот попробуем. Бам. Получилось? Непонятно. Смешно, чувак развалился. Матчпоинт. А. Опа. Нифига я сделал. Опа. Что теперь? Господи, как же я не прощаю. Так. Сейчас должно быть продолжение туториала, насколько я помню. Так, теперь адванс тактика. Против Луиджи, против брата. Так, теперь есть энергия, значит. Так, на плюсик можно смотреть контролы. И есть зоншоты. Если, наверное, нажать внутри звездочки, получится зоншот. Давайте посмотрим контролы. Большая страница. А, ну у нас задача внутри звездочки нажать R. Бам! Что теперь? Блин, это мощная тема. Но нужна энергия на это. Так, если попасть в оппонента, то сломаешь ему ракетку. И если сломаешь все ракетки, то выиграешь по нокауту. То есть такой боевой теннис.
Так, и помимо этого можно замедлять время. Как защитная тактика. Да. Вот сейчас нас будет учить время замедлять. Если недолго осталось, сейчас допройдем и будем против крутых чуваков катать. Ну или против не очень крутых. Так. Zone Speed — хорошая тема. Так, теперь блоки. Когда они делают зоншот, надо пытаться блокировать. Так, вот он делает зоншот. Я заблокировал. Так, надо заряжать энергию, чтобы использовать эту фигню, чтобы замедлять время использовать зоншоты эти. Так, вот появилась писечка. Метр энергии. Она постепенно копится, когда просто лопится мячик. И надо как минимум треть для того, чтобы использовать зоншот. То есть вот этот прицельный. Энергия заряжается чаршотами. Можно делать макс чаршот, если очень долго заряжать. Сейчас нас будут учить этому. Run is L, impress the shot button very early. Чё? А, окей, я понял. Нет, это был не макс-чарж. Бам! Чё делаешь-то? Бам! Вот жилошок. Но он явно подается. Так, ладно, мы сделали. Так, теперь трикшот. Тоже зарабатывает очень много энергии. Ты используешь специальный скилл, чтобы достичь мячик, который далеко. Так. Может быть, сложно пишет. Давай попробуем. Бам! Слишком поздно. Мы потеряли энергию. Я вообще лошок? Вот это надо поучиться. Прессин. Так, кнопочку дважды нажать, когда... Окей, верхнюю кнопочку. Я попробую. Окей, надо вот эту тему, надо дистанцию прям учить, тайминг. На ложке. Давай еще раз. Бам! Опять слишком поздно. О, нормально. То есть сейчас нормально было? Ты молодец. А вот это перепрыгнул. То есть, видимо, надо катать, пока я его не развалю. Бам. Окей, это было слишком поздно. Можно заряжать. Ну все, лошок. Так. И сейчас скажут про супершот. То есть когда full stop, можно фигануть, и если правильно попадаешь, то уничтожаешь ему ракетку в один хит. Ее можно блокировать. Однако мув очень быстрый и очень сильный, поэтому блокировать очень сложно. Потому что если не блокируешь, то грибаешь. Бам! Йоху! Целить надо. Бам! Отлетает. Нормально. Так, все, это конец практики. Пойдем турнир катать. Онлайн-турнир. Бам. Let's go. Так, здесь можно выбрать обычный теннис, без спешл-шотов, вот этих замедлений времени и так далее.
Либо вот этот Super Dharma. И здесь прям делать надо. И здесь, если сыграть, то дадут костюм для финальной версии, когда релиз будет. Так, можно выбирать с кем? Марио, Баузером, Пич или Йоши? Это персонаж анлокнут после 100 ПТСиков, а это после 300, 600, 1000, 1500. Сейчас будем анлокать. Я на Йоши, я Смэш играл на Йоши. Здесь тоже, как видно, у него скорость основной атрибут. Давай. Матчмейкает. Бам! Валуиджи, ничего себе. Это анлокнуто, видимо. Сейчас он нас разваливает. Так, это он грузится, нам напоминает пока контролы. Я подаю. Бам! Что теперь? Тех. Читер говорит. Он подлагивает малек. Опа. Как мы сделаем чат? Фак. Ничего себе, мусит. Бадишот, я пузиком впитал. Нифига, он меня запихал очень далеко. И теперь у него полный стоп, он сейчас супер удар сделает. Эх. Геймпоинт. Плотненько, давай. Не, ну это... Вот это я не отбиваю. Он еще как быстро это сделал? Офигеть. Как он сделал? Он опять это делает? Остановись, Луиджи, зачем ты это делаешь? Эй, бодишот, фак. Так, ничья. Ничья, будем best of 3. Какой-то крепкий чел. Ничего себе, он прям время замедляет. Я опять пузиком, фах. Надо в левую руку ракетку. Флашок. Камбэком. Да, здесь теннисные фаталити. Аут! О май гад, я не попал. Я влево слишком за рулем. Чат, все, финальное. Чего, блин? GG. Мы проиграли. Так, ладно, это первый сет. Здесь два сета. Вроде бы. Или до двух побед, по-моему. Best of 3, короче. Теперь он подает. Бам.
тоже мне катала. Я не знаю, я... Я обычно теннис не смотрю, не разбираюсь. Нифига он замутил. Уронил его. Бам. Так, у него супер есть, у меня тоже, между прочим. Эй, Йоши! Йоху! Это не аут ли? Это аут, блин! Fucking motion control. Я геймпадом дернул и... Неправильно попал. Бам! Так, здесь еще можно таунтить между шотами, чтобы сильнее бить. Вот я за таунтил. Ничья. Он что-то чаршотом меня завалил. И теперь у него полный стол. Вот он делает. Да пошел ты. Ну и что ты? Заработал поинт. Где-то карики. Да ч, блин! Я на бодишотах проиграл больше поинтов, чем он что-то там делает. Почему так сложно? Вы что, рофлите? Он выиграл. Я проиграл турнир. Пузиком. Бам, смотрите, статистика. Он очень крутую энергию зарабатывал. Но это видно, что такой трайхард. ПТС-ки там им дали. Fuck you. Ладно, давай сейчас переигровочку. Спасибо, говорит. Так. Так. Ну, продолжаем наешь. Мы даже не анлокнули еще никого. У нас 8 ПТС-ков. 8. Давай, заново, новый турнир. Матчмейкаем. Чел какой-то очень суровый был. Пусть нам ложка найдет. Бам, японец на Йоши. Давай. Йоши против Йоши, Mirror матч. Я правда не очень понимаю, как определяется, кто раздает. Это я или он? Почему у него цвет не желтый? Бам. Тех. Тоже мне японец. Да, очень круто играется, на самом деле, мне нравится. Бам! Нифига, мусит. А я? А я на ложке, фак. Да пошел ты, он влево-вправо, короче, меня делает. До этого я влево-вправо делал, теперь он. Окей. Вот поэтому нельзя высокие подачи делать. Потому что можно заглушить. И я, собственно, в Луиджи один поинт выиграл так. А это что-то нули, у меня размат японец. Он, походу, целый день здесь сидит. Фига. Вот он глушит. Ва, нифига. Что теперь? 30-40. Я и сам умею, но это надо вырабатывать мускульную память. Фак, и сам дался сглушить. Зачем я так послал?
Так, ладно, меняем корт. И говорят, разные карты потом будут всякие прикольные. Ха, крученка. Еле попал при том в корт. То есть прям очень крепко было. Бам! Это аут был. Да ладно. Дерьмо. Чё слева показывается? А по сетам это же я не знаю. Да чё? А, я не добежал. А! Ладно, у меня с управлением пока плохо. Да, здесь надо делать трикшоты, короче, и надо делать чарджшоты, и тогда энергия очень, очень мощно копится. А это меня так гоняет, что я здесь вообще ничего не успею копить. У него супер есть. Контрить будем? Он по мне просто попал и все. А, это последний поинт у него был, то есть он вообще просто меня в нулину раскатал. Так, ладно, давай другой турнир. Здесь, похоже, есть ММР, я вот один раз играл, я почти до финала дошел. И решил стрим подрубить. Теперь подрубаю, здесь какие-то профессионалы сразу. А, у вас слева в углу экрана у вас чатик, блин. Давайте я перееду вас. Тихо, какой Марио? Нет. Какой же Марио? Отмена. Вернись. Марио, это же заведомо. Ой, подожди. Резюм. Ладно, давай на Марио катнем один. Марио у них во всех играх такой среднячок по статам. Йоши, видно, быстрый, но... Такое. В Луиджи без коннекшена на Wi-Fi. Давай рестарт сделаем, тем не менее. Я все же на Йоши буду. Зеленая ракета или как там? Let's go. Пока что с друзьями, вот жаль, нельзя. Я думал, с друзьями сейчас будем катать. Бам! На Марио. Давай. Вообще мощно, и при том без суперударов даже очень интересно. Потому что у тебя 4 вида ударов, даже 5 видов ударов. А! Ну вот. То есть у нас вот сейчас была прям обычная фигня. Я, правда, заряжать не успел. И он лагает очень сильно, я все, я понял. У меня Йоши не реагирует на стик, спустя полсекунды реагирует. Да, он очень люто лагает. А есть как-то отказаться? Типа лигнуть? У нас со Смэшем была такая проблема, когда мы на Wii U Smash играли. Прям вообще нереально было играть. Ладно, давайте мы проиграем по-быстрому. Здесь даже нет никаких контролов, ни паузы, ничего. Блин, я не могу, я даже здесь влево-вправо не могу ходить. Ладно, пусть он выиграет. Можно, конечно, игру закрыть. Странно, что они не продумали. Ой, я тебя отбиваю. Слог с ячом, человек.
Ой-ой-ой, ничего себе он делает. У меня один раз была ошибка, когда я на турнир нажимал. Боже, он лагает, невозможно. Он fucking gratis. Go next. Странно, у него показывались три зеленые палки. То есть там же Connect показывает качество связи. Может быть, потому что я стрим? Не, прошлое нормально было. Так, давай. У меня 11 теперь поинт. Опять у Луиджи. Это другой или тот же? Пофиг, давайте. Главное, что у него коннекты хорошие. Но того тоже показывали так же. И при этом я в таком борще передвигался, что у меня стик вообще не реагировал. Это проблема консольных мультиплееров вообще, в принципе, что... Люди вообще не понимают, как Wi-Fi там вот это все. А, я заряжал. Я после первого чувака стараюсь заряжать. И как видно, это вообще не работает. Оп. О, он тоже попробовал так. Ой-ой-ой. Да, он тоже пытается заряжать и на этом проигрывает. О, ну и слабый. Хотя не лагает. Вообще, наверное, обидно было бы, когда конец турнира, и тебе дают оппонент, который просто лагает. Блин. Это мое самое плохое. Брейкпоинт. Бам. Не, мне было чуть-чуть посильнее, но не таких мощных, как прошлый был. А, и вон видно у него коннект на дэмине, что теперь на желтый переключился. Разлагать начал. Ой. Тоже мне бегун. Но это вообще не умеет бегать. Питер. Я быстро мячиками вот этими развали прям. Ба. Ой. Бежал, бежал. Матч поинт. Давай, сыграйся. Вот. Бам. Бодишот. Нормально. Я даже супер удар. Который не супер, а... Бам, 10 тысяч. ПТСики, чат. 20 за победку дают. А 8 за что дали, я не понял. Понеслась. Так, ПТСики загрузили. Челлендж она драпонит. Давай, следующее. И смотрите, брекет сейчас будет. Сейчас найдет ложка и покажет, кого он там развалил. Так, ищем. Главное, чтобы коннект был хорош, остальное пофиг. Баузер, ничего себе. Octogirl. Let's go. Коннект у него так себе. И там в брекете показывает, кого он развалил. Я подаю. Да, коннект вроде нормальный. Ничего себе. Да, крепко был. Блин, быстрые шоты, надо остановку времени, бац.
только быстрее бьет. А, да блин. Я каждый раз, наверное, нажимаю. То есть вот это вот докатывается, как красиво делать. Я каждый раз не ту кнопку жму. Хочешь на быстрых играть? Давай на быстрых. О, это я вообще никак. Блин, я еще энергию завысил. Офигеть, он накопил. А будет Баузера? Фак. Не, это что-то очень крепко. Это у Базера очень быстрые удары все. И он просто только их жмет. Блин, он при том успевает накопить как-то черш. То есть надо влево-вправо шатать на самом деле. Да ладно. У него был такой сильный удар, что я назад отъехал, и я не успел добежать. Потому что здесь замедление надо быть. Лошок. Аут. Он не попал. Он сам себя убил. Фак. Есть небольшая инерция, когда бегаешь, и поэтому если не в ту сторону начал бежать, то прям очень проблема. Не попал. Фак, не попал. Блин, я еще энергию завысился. Что-то я не согласен на такие обузы. И все, мы проиграли. Fuck you. У меня почему-то не было энергии вообще. А как ему получалось бить чаршот, я вообще не понял на самом деле. Ну вот, мы опять вылетели. Нифига, он 150 ПТС-ков заработал за меня. Jesus Christ. Так, ладно, давай дальше. Я так не знаю. Мы пока не победим, мы сейчас будем разваливаться. Слушай, может поменять тогда мне это? Типа там на Марио. Bowser Powerful, это понятно. Options. Гироскопы. Контролы. Давай на Марио попробуем. Да, Базер, он в Смэше такой же тупой был, что если ты допускаешь ошибки, что он тебе просто пару ударов делает, ты улетаешь. Это в Смэше прям бесило меня, потому что я очень фигово играл. Не постоянно такое дерьмо было, что Базера и Ганнондорфа овнили. Это что такое? О, я хочу такого анлокнуть. Ничего себе. Это какой-то мощный чел, похоже. А, он покинул. Ищем другого. У меня, похоже, коннект до меня фиговый был. Я хочу вот эту лепешку анлокнуть. Он такой-то крутой прям. О, против Йоши. Вот он сейчас будет бегать, наверное. Так, тоже быстрый удар только сделает. У вас мета, что ли, быстрых ударов? Хотя, с другой стороны, нет причин их не делать. Фак. Вот он делает то, что я делал на Йоши. Опа, облажался. То есть надо просто подальше. Там написано Иван Пенги прям. Я только сейчас понял. А что такое было? Он что-то сложное сделал. Не погиб. Animal Crossing? Не, не будет. Там же ликнули уже то, что на E3 будет у Nintendo.
Так. Я не... Блин, надо было замедлить время. Окей, вот эти далекие удары у Йоши хорошо получаются. Где-то по карике. Let's go. Ага, сразу залагал, говорит. Что такое? Ушел. Сервис эйс. Бам. Что-то он вообще не может теперь. Матч-поинт для него. А, бодишот, фак. Короче, почему-то, когда пытаешься суперудар сделать, ты бодишот делаешь вместо этого. Думаю, это вообще не может. Ой-ой-ой. Фак. Вот, я забегался. Так, все еще матчпоинт. Что-то изи. Well done, Пенги. Ой, зритель тот. Я примерно так себе для зрителей представлял. Бам. Вот так оно было. Забавно. Но я смотрю, быстрые удары все используют. Потому что, видимо, нет причин не использовать их, я не знаю. Спасибо за подписку. Бам. Мы продолжаем. Так, это четвертьфинал, я так понимаю, будет. Да, четвертьфинал сейчас. Бам. В Луиджи. Он лагает, не, я не хочу с таким. Ищись мне другого. О, оно даже окей. Видимо, мне надо было не Б нажимать, а нет. Во. Mirror Match, Марио против Марио. Он там развалил кого-то в Луиджи. Чем будем наваливать? Оба. Нифига, вот это я сам себя подставил. Я знал, что он там близко, и надо было вправо бить, на самом деле. О, лагал он началось. Оба. Окей, сейчас шот он ближе к центру делает. И, соответственно, можно очень круче нападать. Так, как так вышло-то? Не понял, как он так сделал. То есть он сделал то же самое, то, что я теперь. Опа. Да, он очень сильно лагает, я фигово перемещаю персонажа. Вот это уже похоже. Слушай, мне, наверное, даже удобнее было бы играть без суперударов вот в такую фигню. Сильно интереснее. Как же я дал. Это аут. God damn it. Так, ничья. У него суперудар есть. Мы проиграли.
Опа. Что такое? Так, ну сейчас он ультанет. Так, на какую кнопку нажимать? На эту явно. Когда раз забываешь, что на верхнюю. Че я мучу? А! О май гад. Блин, он все еще не использовал льту, а у меня нет до сих пор, я не знаю, как он накапливает. Он при том все время умудряется чаршот заряжать. Он мог ультануть и победить, но вместо этого меня по-обычному победил. И у него красный коннект теперь неожиданно. И ульта осталась, вы че, рофлите? Зачем метр-то оставлять между картами? Он, видимо, поэтому и оставлял его. Вот он... О, все, я понял. Надо будет, что он заряжает. Притом не заряжается, это очень фигово, потому что энергии-то нет вообще. Лошок. Он там делал. Слушай, что-то раскатываю. А у него ульта сейчас будет. Let's go. Сравняли. Так, все, сразу же коннект вернулся. У меня все еще не полная ульта. Так. Тут как мы его разогнали. Jesus Christ. Теперь он меня раскатывает. Главное, матчпоинты мне дать, он ультанет же просто. Лошок. Сравняли чат. Фак. Мне надо уметь замедлять время, когда я далеко. Типа заранее. Понимаете? Замедлил. Ну вот, слили в полуфинале. А, нет, change court, до двух побед же. Давай. Я не понял, по какому принципу является звездочка, я так понял, просто когда мячик очень быстрый. Вот это он неправильно сделал, конечно. Так, все, чат, теперь главное... Главное не чокнуть. О, Валера. Он что-то понтануться там решил. 2-2. Тайбрейкер. Да-да-да-да. Ех. 1-0. Так, я здесь, по-моему, до двух побед должен быть. Теря подаю. А, это же аут опять, фак. Надо отключить motion control, это Unreal. И вообще ульта нет, кстати. Come on.
Что такое? Let's go. Старшот винер. Бам. До скольки это очков? До 7? Ультует. Должны мы это отбивать? Я не стал отбивать. Но у меня энергия закончилась, теперь все. Я не прав. Да, тайбрейкер до 7 поинт. Фак! Почему-то очень быстро улетел. Господи, как же просто. Бам! Let's go! О, ПТС-ки дают за вот эти различные штучки. Нифига, 153. Let's go. И мы в полуфинале, чат. Анлокнули в Луиджи. Ае. Поп-чамп. Так, ну давай. Дорога к интернешнлу по теннису. Бам. Сейчас какой-нибудь супер нагибатор будет. Вот прошлый чувачок мне понравился, мы с ним наравне примерно играли. А до этого либо лагающие были, либо какие-то странные чувачки. Я что-то не уверен, что я хочу. Я, наверное, буду искать человека, у которого 4 палочки коннекшена. И при том, даже когда 4 палочки коннекшена, ты находишь человека, а он... Он все равно как-то это... Флуктуация там происходит у него. Давай нового. Странно, что в менюшку выкидывает, если не хочешь с ним. Йоши с одной палкой. Fuck you, Йоши. Так, ладно. Кнопка нажать не сильно напрягает. При том, что здесь одну и ту же кнопку все время жмешь. Так. Доджим. Сдоджили двух. Бам. Пич. Тоже с одной палочкой. Я не хочу таких. Дайте нормальных. Надо было того первого брать, видимо. Если люди играют, видимо, с Wi-Fi, на котором полдома у них сидит, там качает аниме и прочее дерьмо. Давай. Это что такое? Чейн Чомп. И тоже без коннект. У них, похоже, парни с локсвичами ближе к это, ближе к финалу-то подъезжают. Блин, нифига, там персонаж Чейн Чомп и... Там еще какая-то лепеха вот эта была смешная, смешной зеленый чувачок. Я бы на нем играл. Во! Сычушка на Тодде. Let's go. Капитан Зерк, вот бы его анлокнуть. Нифига здесь персонажи. Все, нас развали будет. Мими. Тоже только быстрый удар? Не. Ничего себе. А, если вот так? Глупый тот. Опа. Ничего себе, смотрите, какой он мусит. Йо-хо-хо-хо. Не докатился. Он обузит это дерьмо, смотрите. Он обузит рикшоты. Он обузит пытается. Мы хуже, что ли? Нет, мы хуже. У Марио какой-то очень фиговый трикшот.
Ну, смотри, что делает. На этот раз не успел. Слишком быстрый мяч был. Хех. Нифига, он все равно отбивает. Окей, можно ловить, меняя направление. Он, кстати, в другую сторону. Смотрите, как она будет. Это он руту себе набивает так. Бам. А теперь у него красный коннект сразу резко стал. Опа. Блин, он все равно отбивает, нифига. Окей. Видно, что он тренирует эту фигню, но пока что плохо умеет. Чат, мы в финале. Let's go. Сейчас будет супер. Ой-ой-ой, очечки, мы сейчас анлокнем вообще все, наверное. 293, буквально ПТС-ка не хватает. И там что-то анлокнется за 300. Понеслась. Так, ищем. Или подожди, это только полуфинал же сейчас будет, правильно? Да, это полуфинал у нас сейчас будет. То есть тот, это был четвертьфинал. Йоши. Let's go. И смотрите, он там развалил всю свою сетку. Он сейчас будет бегать туда-сюда. Мне очень не нравится трикшот мой. А вот тут вот нормально был. А у меня Марио прыгает как дракон. Нифига он делает. Блин, мне надо было делать трикшот самому. Но я в трикшот вот как раз не могу. Аут. Да ладно, это как так вышло. Что-то он разматывает. Похоже, не зря он здесь. Так, сгрустнулся. Теперь коннекта нет. Да, у меня герой не умеет ходить. Ну вот я этого и боялся, что ты выбираешь человека с тремя палочками коннекта. А у меня, кажется, одна палочка, и у тебя герой перестает перемещаться вообще. То есть у меня как пьяный Майор ходит. А эта игра этому нормально. Ну все, я расстраиваюсь от такого. И теперь я подаю. Флашок. У него, наверное, тоже лагает. Я надеюсь, как минимум. Блин, вот этот вот прыжок, это прям... Не могу я в этом. Вот он делает то, что я делал с прошлыми чуваками. Просто в разные стороны бьешь. Так, и вот он тоже меняет сторону, просто дважды в одно место бьешь. Окей. Укатился. Так, ладно, будем пытаться. Теперь я его обманул. Геймпоинт. Все, сразу коннект подрубил. Фак. Я на Иване. А как я это сделал-то? Я не понял, как я это сделал. И теперь у меня ноль энергии, потому что я все подряд жалуюсь. Джей. Опа, что такое? К сетке подошел. Блин, у него ульта есть, он сейчас просто выиграет. Такое.
А Ультон на следующий матч может оставить. На следующий сет. Вот он ультует. А-а-а! Минус ракетка. Ну и что, это последний поинт был, то есть это ему ничего не дало. Им было выгоднее оставить это. А, он выиграл, да, нормально. Это ему дало. Фак. Первый сеток сетки выходит. Нифига, у него 2000 ПТ, окей, ладно. То есть человек сам релиз сделал. Ладно, я понял. Чат, все, вы знаете, в чем дело. You know what's up. Короче, надо учиться, когда тебя бейтит в разные стороны, прыгать за мячиком. Вот это было бы нормально. Только Марио так стрёмно прыгает, что я даже не знаю. Так, вот, Луиджи, дефенсив, спиди. Дефенсив, техника, пауэрфул. Слушай, здесь, наверное, есть где-нибудь это. How to play. Controls and tips. Не, не здесь. А где options? Ой-ой-ой. Мячик в километрах. Это все оставляем. Здесь, наверное, есть где-то вот в этих штучках. Tips of playing. Step timing. Max charge. Counting. Losing form. О, как контрить шоты. То есть, когда в тебя дают топ-спин, макс-чарживый. То есть, красная контрится кнопочка А, контрится кнопочка Б. Кнопочка Б контрится кнопочка А. А кнопочка Y контрится, то есть фиолетовый контрится фиолетовым. И поэтому, когда быстро в тебя кидают, тебе надо обратно быстро бить. Иначе ты уедешь очень далеко. Но это только для макс-шотов. Офигеть. Правило. Блин, я здесь видел где-то как персонажи меню. Во, вот это вот. Трики. То есть в Луиджи трики, по-моему. А, не, это пич трики, у нее закрутка очень мощная. А, не, пич техникал. И они очень хорошо выцеливают в разные стороны, вот поэтому в Луиджи сильный. Спиди просто бегает быстро. Ладно, поехали на капитан Дерги. Что такое? А, новый турнир. Let's go. Все, мы только на нем будем играть теперь. Это наша судьба. Так, главное, чтобы не было лагающих чуваков больше. Peach. С желтеньким коннектом. Fuck you, Peach. Мне кажется, кстати, из-за того, что я стримлю отчасти, оно... Флуктуации идут. Оно поди на УДП там, и там отваливается все. Да, если лепешку дадут, попробуем. Посмотрим, она какая там по статам. Есть же ультимейты разные у них, всякие анимации. Бам! Let's go. Марио. Так, он подает. Я его сразу там сюда буду. Флашок. Нифига себе, это смачно было. Опа. Тоже мне. Вот они что-то все начинают сюда вот подбегать. Да, бегался. Окей, прикольно. Это вот в базовом без супер-удара в теннисе этот чувак был бы очень интересный. Как, в принципе, у нас сейчас происходит. Да, то есть он, похоже, в обычные теннисные игры играл. Я тоже играл, помню, на Денди. Опа. Обмануто. Well done, Пенги. Не, ну начальный-то эти, конечно. Эх. Пришла наша пора.
Фига, он как смешно падает. Опа, минус Марио. Все, чат, мы более-менее начинаем. А! Я не то нажал. Я улетел. Странно, что инстант реплей, он, похоже, прям дабл-тапает их. Опа. Ничего себе, я замутил, вы видели это дерьмо? Это потому, что я маленький, так произошло. А он меня заглушил в итоге, я проиграл. Фак. Фак. Окей, он высоко сделал, потому что я к сетке начал подбираться. А, молодец. Блин, я что-то сливаю. Опа, он опять у сетки был. Окей, какой-то агрессивный чувак. То есть главное не давать ему агрессию вот это делать. Лагать начало. Вау, он не ожидал, что я это бью. Так, ничья. Матчпоинт, чат. Я сервер. Бам! Пяу! На Иване пенге! О, щет! О, щет! Он там на этот стенг. Он улетел! Нет, он не... О! И дальше играем! Бам! Нифига, я не знал, что супер-супер им контрится. Он как-то просто нажал. Блин, а чё я не прыгнул? Почему-то я в прошлый раз прыгнул, а сейчас нет. Так, все, я теперь сливаю. Лошок. Он сам себя затроллил. Катаем дальше. Опа. Потратил немножко метра. Вот, короче, когда суперудар хочешь сделать, ты лицом бьешь мяч. Надо держать, видим, кнопку. Но тогда замедление вырубается. Опа. А он привык, что я два раза в одну и ту же сторону бью, чтобы обмануть его. Блин, нифига у нас какая потная катка. Он там сейчас заряжал. Господи, как же просто было. Во, и телезрители. Супер грипп, Иван. Let's go. Ха, взгрустнул. Развалим. Ну ничего себе, если даже первый, у меня уже палец аж заболел, нифига себе. Погнали. Ищем дальше.
Вот это интересный чувак был. И прям видно было, что мы с ним очень хорошо работаем вместе. А на релиз 2 на 2 можно будет. И вот интересно, можно ли с друзьями будет? Или это локально только будет? Это надо понять. Хочу я спить? Давай, пофиг. У него коннект фиговый. Если он прям совсем лагает, будет очень грустно. Им надо какой-то абандон сделать все же, если прям чел невозможно лагает. Чтобы можно было нажать кнопку и просто уйти. Да, я лагаю очень сильно. Фигово. Фига. Прикольно, он просто, он не заряжает даже, ничего не делает, просто бьет. Ладно, если она так будет. Опа. Я его раскатаю тогда. Ой, еле успел. А! Фак! Блин, вот это как раз надо был стик дергать. У меня там корона. Опа. Брейкпоинт. Ой, ну все. Тут неплохо получается. Тупая пища. Сейчас развалим. Блин, Капитан Дёрк лучший персонаж, конечно. Ничего себе, она какие-то танки там делает. Опа. Сервис эйс. Ну ладно, это слабый какой-то, как он первый-то победил. Да, они реплей сразу скипают, видимо. Let's go. Oh shit. Нифига я замутил. Это очень крепко было. А, я в помойку улетел. Панс в окно просто. Нифига, он круто сделал. Я вот так не умею, кстати. Господи. И ты ради этого боролась? Окей, очень крутой был это. Так, ладно, развалили. Юху, там прям плакаты с Капитан Дёрком держат. Бам, раскатали. Она сначала лагала немножко, а потом нормально было. ПТСики. Там следующий вроде на 1000 анлокается. Бам. Давайте. Господи, как же хочется победить в турнире. Есть глобальная стата при этом пишется, то и поражение победы. То есть вон у меня 11 матчей, 6 побед, 5 поражений. Против Йоши. Давай. Я, кстати, не знаю, зачем я играю спиди персонажами, если я очень фигово по корту перемещаюсь. Может, на Баузере? Ех. Да, понятно все. Разбивальщик. Ну, разбил он, кстати, очень сложно. Вот типа как сейчас. Я каждый раз забываю, что можно быстро ее разбивать. А это прям очень действенно тем. Опа. Нифига. Это первый чел, который узнает, что так бывает. То есть он прямо сразу знал. Блять, покарки. Круто, у нас очень быстрый матч с ним. Бля, нифига себе. Казалось бы, такая игра теннис.
Передержал. Нифига, он что замутил? А! Вообще, вот это мы бахаем. Прикольно. Чё-то вы волнуетесь? Переживайтесь. Брейкпоинт всё. Фак! Стереопоем какие-то работают у них. We lost. Я тоже волновался. Аут. Я проиграл. Нифига себе. Я стик вправо не успел отпустить, и поэтому проиграл. Геймпоинт. Окей, ладно, разбивать это очень сильно адвантаж. Прям психологическое дерьмо. Залили сет. Что теперь? Да раздавался? Валера. Вот теперь аж замедление, блин. Мне надо было тоже замедление в прошлый раз делать. Ничего себе. Окей, ладно. Что-то он прям по-жесткому начал. Но метр нормально так потратил, у меня теперь метр вообще ноль. И лагаясь сразу надо, подключил свое дерьмо. Чет. Он притом туда бежал, я видел, надо было бить в другую сторону. Нет, слишком поздно понял. Лагает уже теперь неимоверно. Опа, пропустил. Окей, вот эта фигня API на самом деле так вот делать. Блин. Короче, из-за того, что эта фигня на правом стике, я очень плохо ее нажимаю. Я не успел просто литерально пальцы подвинуть физически. Не успел. Глашок. Меня победил на раздаче, я его на раздаче победил. Но вообще разбивка это очень крепкая фигня, когда знаешь, что быстрые шоты можно делать. Что меня будет рофлить? Что теперь? Let's go. Тоже у меня дальнобойщик. Блин, это крутой очень чувак, он мой лучший друг. Он сейчас будет дерьмо делать. Блин! Время ускорилось. Сам себе заруинил. Не в ту сторону дернул, блин. Короче, надо отключить правый стик и пытаться на даблтапе делать. Нифига я. Вот это я крученку подал. Блин, здесь еще мячик по-разному реагирует. Под разные удары и под разную скорость и так далее.
Так. А, motion controller, please! Мы проиграли. Motion control сработал так, что я в небо смотрел. Fuck you. Гаддэммит. Короче, не, быстрый удар это не панацея, надо как-то продумать вот это все. Как контрить быстрые удары, потому что они только сами себя контрят, и это приводит к тому, что все носятся. Ой, пошел ты. То есть он просто сжал одну кнопку. Нам надо понять, как это работает. То есть должны быть камень-ножницы-бумага, а не камень-ножницы и опи-дерьмо. Так, 15-15. Так, я слишком рано начал заряжать. Не знаю, мне такое не очень нравится. Почему? Он иногда прилипает, иногда нет. Я слишком поздно нажал. Джи-джи. Я что-то тилтанул с того, что он только быстрый удар езжает. Я с базера тилтанул в этом плане. А это просто начал одну кнопку жать и все. Гаддэммит, отлетели. Let's go. У нас два быстрых персонажа, то есть, в принципе, я на скорости его догонял. Потому что вот эту стратегию быстрых мячиков и бегать за ними, мы друг друга примерно одинаково гоняли. Что он за мной бегает, я за ним. И здесь все сводилось к тому, что кто влево-вправо кого разведет. У меня с реакцией не очень хорошо, я старый человек. И я прям очень сильно на этом ловился. Ну нормально. У нас долгий был сет. Как-то сет, гейм, фиг его знает. Давайте дальше. Так, Марио. Наконец-то кто-то не лагает. Блин, а я по привычке теперь. Я думал, он сильно вправо заберет. Блин, вот это Mind Games, это круче, чем в файтингах. Окей, пока начинаем по софткору. Теперь моложе меня. Почему звездочка не пыляет? Как вот звездочка появляется? Непонятно. Он очень хорошую подачу сделал, кстати. Фак. Вот за этим надо было прыгать. Не успел он. Он замедлил, у него, похоже, энергия сразу закончилась. Да, у него очень мало энергии. Ладно, нормально. Начальных уже фигачим. Так.
я просто лосился. Он такого никто не ожидает. Это прям очень сильный удар был. Да блин. Короче, надо в опции отключить правый стик, вот что я понял. Я за нее сейчас случайно дерну. Что такое? Короче, смотри, зеленый мячик закручен в сторону, красный мячик закручен вверх-вниз. А фиолетовый просто быстрый. О, мы успели это сделать. Роф. Фак, как он сделал? Это задолбал. Motion control не подведи. И лост. Короче, motion control это не надо так. Но я при этом на стике-то не умею. Лучше на motion control, тем не менее. Чтобы очень быстро можно было. Флашок. Блин, я при этом на самый краешек хотел, но потом чуть низ повел, когда отпускал. Да, когда раздаешь, очень просто, на самом деле, делать всякое. То есть надо, когда прям критичные матчи, на разбивке замедлять время все же. На случай, если чувак что-то странное делает. Опа, нам анлокнули за 500? По-моему, за 600 анлокается что-то. Go next. Так, что тракует? А, ищет. Так, Марио. Блин, пальцы реально уже от этого. От шмяка я так давлю. Блин, у него коннект фиговый. Адапт быстрого мяча. Реплей смотрит. Это что такое было? Блин, я забыл отключить правый стик. Я, похоже, на нее нажал, что-то странное произошло. А, я не успел. Гадэм. Мне надо было назад ехать. Ой-ой-ой, слабый удар был. Я забегался. Да, он реально забегался. Эй-эй. Блин, подлагивает. Нифига, он из последних сил успел. Вот это он, конечно, с подкидыванием очень... Короче, наверное, быстрые мячики надо именно подкидывать. Да, и это контрит. Либо подкидывать, либо... Либо низким делать. Наверное, низким даже лучше делать. Только можно в сетку себе попасть. Факс. Да ладно, это что за босс? Вы видели это дерьмо? What the fuck? Опа! Подкрутил. Блин, ой, господи, как же круто. Мне кажется, на пич можно попробовать. У них крученки очень классные, судя по описанию. Просто не попал. Обидно.
Я бы не успел. Ну ладно. Блин, я метр, правда, потратил. Ну, если отпрыгаешь. Так. Продолжаем. Ничего себе, он не попал. Рофу. И проиграл за это. Так, давай, меняем. Ага, теперь он начинает это дерьмо. Блин. Так, все, после этого матча... Надо не забыть поменять калач. Повелся на паттерн, что я влево бью все время. Блин, а по-хорошему надо таунс после каждого удара. Опа, что такое? Не успел. Я реально с другой стороны был. Ну, хорошо сделал. Fuck you. Окей, надо замедлять сейчас. Fuck you. Блин, ничего, мне каждый удар замедляется. Опа, убежал. Блин, на суперсилах это, конечно, каждый может. И как же, блин, надо сильно раньше так делать. А он закрутил. Что теперь? Похоже, эти удары редко кто использует. Так, надеюсь, это не аут. Господи, какой пот. Обманул меня! Дерьмо. Вот мне. И все, у меня метра не осталось. И у меня тоже. А, у нее есть. Я проиграл. Ладно, 1-1. Слушай, нифига себе, это самый начальный чел, мы с ним полчаса уже. Опа, куда ты подошел? Хорошо. Блин, я начинаю понимать прям метагейм тенниса. Опа. Слушай, как же в реальной жизни, наверное, очень сложно на теннисе так с ногами бегать. Не успел. Ну,
что-то забегался. Притом сам в центр все время бил. Не смог перенаправить мяч. Опа. Motion control, не подведите. Он при том, я очевидно уже не ловил. Надо было в него кидать. То есть задача выбивать все-таки с супером. И у меня третий сейчас остался. Фак, это аут. Он это каждый раз ведет. То есть можно два раза бить и каждый раз побеждать больше. Ничего себе, какая-то у него супер подача была. Сервис эйс. Лол, просто промахнулся. Блин, вот это обидно, конечно, для меня. Бам. Он энергии сильно больше меня заработал. Притом полностью заряженный мячик никто толком не делал. Да, отключить правую... Во, спасибо. Я бы сейчас забыл. Майн меню. Так, и тогда не забываем, что бежать до мячика — это два раза тапать верхнюю кнопку. Которую ты редко жмешь, вот это прям, конечно, не очень. Так, продолжаем. Так, это четвертьфинал у нас. Блин, мне кажется, 2 на 2 здесь вообще огонь. Йоши с одной красной палочкой. Нет, братан. Так, нам буквально один матч победить, и нам анлокнуть новую фигню. Нового персонажа. Вообще, я бы на пич сыграл, потому что крученые мячики мне нравятся, но они как-то фигово закручиваются. Я так понимаю, крутятся только с красных шотов, которые никто не делает, потому что они самые медленные. Так, чего, четверо финалистов нет больше? Так, приехал Марио. Кота, давай. Он там развалил. Блин, у меня уже палец отсыхает большой, я прям давлю кнопку как это, как сумасшедший. И вам пенги на разбивке. Фак, ну это что-то мы разогнали прям очень мощно. И я не смог его подрулить. Притом обычным ударом всегда бьет. Нифига он как накопил. Я метр свой потратил законтрить это дерьмо. Блин, вот это очень обидно. Вообще, наверное, без суперов, наверное, проще играть в турнир. Потому что супер я вообще не могу ни отражать, ни бить ими. Опа. Окей, зеленый красным хорошо контрятся. И красные с зелеными тоже отлично. Опа, что такое? Вот это очень крутой чувак на самом деле. То есть он делает как в настоящем теннисе, то есть как без суперсилы, если играть. Что-то меня подлагивать начало. Ничего себе. Бам, нифига, я случайно супер сделал. Я сам не ожидал. Окей, это очень сурово было.
Блин, лицом впитал. Дерьмо. Так, ничья. Вот это он замусил. Он что-то странный, он, как будто он отменил свой суперудар и сделал высокий вместо этого, я не понял. То есть он, видимо, в кнопках тоже попутал. Я ничего не понял. Опа, а что такое? Подрезал. Блин, я помню, я в настольный теннис катал, я так любил вот эти все фишечки. Навесик сделал, подрезал. Сейчас он будет мутить. Ничего себе. Окей, у него сразу бить все очень хорошо. Пака. Блин, меня персонаж занесло. Беги, беги. Теперь туда беги. А теперь снова сюда, что теперь? Ае. Да почему? Блин, после таунта не прожалась кнопка. Надо было несколько раз тапать. Мы сливаем так. А почему? Блин. Мне кажется, здесь нестабильный какой-то коннект в этой игре происходит. И мне кажется, это отчасти от того, что я стримлю, потому что я когда один играл, смотрите, теперь у меня красная палка, и я теперь персонажем когда управляю, у меня дилей не 0 секунд, а 5 секунд. Ну типа полсекунды, грубо говоря, точнее, 0.5. И, соответственно, я не могу добежать до мяча из-за этого. Значит, убиваешь. Надо будет посмотреть потом без стрима. Потому что я помню, что у меня... Ну, и такие же проблемы были. Да ч, блин, короче, вот это дерьмо, оно фигово очень работает. Я, кстати, правый стик не отключил, и я сейчас на нем это сделал. Я что-то другое отключил, видимо. Что я отключил? Найс, пытаешь. Я хотел время замедлиться, а вместо этого поймал его удар суперский. Все, отлетает. Так, все, финально. Прям паунс в окно. Нет, в ПАЕ не пойду, может не писать в ПАЕ. Короче, когда разбиваешь... Нормально такой адвантаж в итоге получается по моментам. Бам. Найс, разогнал. Так,
Блин. Окей, очень быстрая развивка, это хорошо, потому что если человек танцует... Фак. Тайбрейкер. Jesus Christ, до 7 очков в чат. Блин, что-то я на этом парне-то вообще прям... Ничего себе, он успел. А, он аут. Он не туда выбил. Так, 1-0, нифига. Фак. Бежал за ним. Звездочками подсвечивается, когда мяч очень быстро становится. Как-то так. Фак. И одновременно лагать начал, смотрите, одна палка. Похоже, когда мяч быстрый, там с сетевыми этими штуками что-то у них происходит. Бам. 3-1. Окей, он просто начал быстрый шот убить. Вот это, конечно, я знаю, как с этим бороться, но не успеваю почему-то среагировать. Какого фига? Корт меняем? Это зачем? God damn. Блин, что-то он начинает разваливаться. Ее при этом на разбивке почему-то не получается подавить. Ну давай ты сделаешь один удар. Мы проиграли, короче. У меня два бодишота, все зарунил. Блин, не забыл нажать. Ладно, чувак, молодец. Очень долгий сет был. Трим снайпит? Да может быть. Трон круто. Вот такие соперники хорошие. Он меня подловил на том, что начал очень быстро... Мы анлокнули зеленый калач. Бам. Так, давай на зеленый калач. Интересно, какая у него способность. Где он? Бам, powerful. Ничего себе. Он разваливает. Он как Баузер разваливает. Давай. Но он при этом должен быть медленный и типа закручивать хуже. Наверное, на пич надо сыграть попробовать, то есть на технику. Против Баузера. О, сейчас мы будем жать кнопочку Y. То есть мы очень быстро делаем быстрый мячик, и игра выходит из-под контроля. Мне на самом деле это не очень нравится. Нифига у меня ракетка, рофа.
И сразу супермячик, и я даже физически не успею за этим. Фак! Как эта фигня играть? Окей, Базер ходить не умеет. Но я тоже ходить не умею, я на пельмени прям. Jesus Christ. Это битва инвалидов прям на коляске. Офигеть. То есть он просто и заряжает. Фак. И у меня развали просто сразу салат. Лицо мое. Я съел мяч. Я не знал, что на отбивание можно подойти близко. Что теперь? Побегай сам, ну-ка давай. Ладно, короче, человеки, это что-то не мое прям. У меня во рту до сих пор мяч. Фак. У меня герой не бегает, лисьми. Что теперь? Ну это да, действительно, очень быстро будут матчи, два силовика. И кто разбивает, тот побеждает, потому что он контролирует ситуацию, когда мяч летит. Все, не успел, молодец. То есть он стоит на месте, заряжает. Короче, базеру и в этой игре для даун. Ну давай, давай. На этот раз я везде успел. Если бы не успел, он бы выиграл. Тоже мне. Иван Пенгин и зеленый какахи побеждает. У него хитбокс огромный, поэтому он может лисили посреди корта стоять и сжать свою кнопку. Я похож тоже. Оп. Jesus Christ. Заберите меня отсюда. Я хочу сменить персонажа. Оп. Фак! Я повелся. Я хочу ульту посмотреть. Но это надо накопить. Опа. Нифига, он смог. Побегу, побегу еще. Ну, короче, силовиками скорость мяча будет, это прям очень смешно. Так. Опа. Что теперь? Бам! Он аж уехал. Let's go. Все, у него тилт пошел. Базер тилт. Господи, как же просто. Не, это какаха мне не нравится. Я хочу какую-нибудь технику. Мне пич не нравится... Как персонаж. Глупой бабой играть. Вообще можно. Давайте отменим, наверное, и поменяем персонажа, потому что я дальше меня так развалит. Да, я хочу. Не, ладно, мы боролись, давай дальше будем страглиться. Попросим. О, посмотрим, как будет это против других. Против не Баузера. Но любой быстрый персонаж меня просто заставит бегать туда-сюда. Он против Марио. А у него коннекта нет. Не, спасибо. Зеленый чувак смешной концептуально. Вот бы про него игру сделали, как про капитана Тодда.
9 побед, 7 поражений. Пич. Нет, пусть себе интернет проведет. Звездочки отмечается место, где если стоять, когда ты принимаешь мячик и нажать на кнопочку, ты делаешь суперудар, вот этот прицельный. Вот, и при этом звездочки, если стоять и дать быстрый удар в сторону, то ты глушеный делаешь вот этот вот фиолетовый, который светится очень сильно. Это единственное назначение. Communication error. Ну вот, у Луиджи единственный, кто не лагал, но, оказывается, у него там другие проблемы были. Нормально, мне нравится. Она, конечно, стоить будет 10... О, Mirror Match, давай. Она поди стоить будет опять 5000, это проклятая игра, потому что консольные игры стоят 5000. Я не уверен, что готов столько денег ради тенниса давать, но вроде прикольно. Мы на быстрых шотах сразу. Ну и все. Он разбивает, он выигрывает. Потом влево, потом вправо. А, блин, я таунт нажимал. Пьем-пьем. Смешное такое, лицо сделал. И погрустнел. Побегай, конечно. Опа. Нифига, он успел. Опа, а если так? Да ладно, я же нажал чарж. У меня чарж не прожался, но я все равно не попадал. Нифига, уже геймпоинты, я проигрываю. Я думаю, мы прикольно, весело делаем. Где-то по карте. Нульта. Это геймпоинт для меня. Есть блок. Что теперь? Куда твой супер делся? Блин, я правда почти весь метр. А, не, нормально. Лицо! Господи, лицо мое. Jesus Christ. Блин, вот белый фон мне не очень, на самом деле. Я проиграл. Я думал влево сделают. Там понял, что вправо, но уже палец держал на штуке. Да, это круто было сейчас. Да, персонаж простой, но видно, что с фишечками. Оп, что такое? Синий разбивает и выигрывает. Оп, все, чел хилится. А, он пытался набить себе супер вот этой фигней, понял, что я влево бью все время. Let's go. Бам. Он даже не стал пытаться. Ех. Блин, правда я потратил тоже метр. Ладно, у нас поровну.
Вам. Я нормально так энергию накопил за этот раунд. Половину метра. Рофл. Он не затаймил. Да, чел, похоже, там явно вселся. Так, вот это я зря сделал. Не надо делать вот эти белые подачи. Триггерит. Я не то нажал. Лол. Что он странно сделал. Простейший. И метр сохранили. На последней фигне ультовать не очень хорошо. Короче, надо ловить, когда они таунсят. На разбивке, это прям очень четко. Там супер триггерит, походу, уже. Пям-пям. Матчпоинт. Так, ну нам, в принципе, нечего это. Он потом сложен. Go. Он сейчас отобьет. Смотри, что мы делаем. Бам. Отлетает. Круто. Количество ракеток X2 это количество ракеток физических. Ты когда ультует, как сейчас я попал, я ему ракетку сломал. И если у него ракетки кончаются, он отлетает из игры целиком. То есть, если здесь, когда будет какая-нибудь крутая мета про накапливать супера и обузить их, это будет прям очень критично. Ладно, нам пока что повезло, что мы силовиками против силовиков катаем. Но мне не нравится, на самом деле, вот эта примешка. Потому что у нас, ну, эти две игры, это не показательные были абсолютно. Но второй человек крутой был. Базер прям вообще не очень был. Опять Баузер. А у него коннекта нет, не. Не, лучше коннект хороший, чем матчап. Это прям как фестпик или дайр говорит. Круто. Бам, пич. Пич очень круто закручивает. Вот она сейчас развалит меня, и потом мы попробуем на пич сами катнуть. Я подозреваю, что там профессионал сейчас будет. Тех. Опа. Я разбиваю. Да, вот он закручивает. Против пича очень, очень классно играет, на самом деле. Аут. Тех. Я с ракеткой своей хожу. Блин. Это прекрасно. Прям пешком пошел. Нормально он супер потратил. Блин, против пич классно играется. Она делает вот эти зеленые мячики. И теперь супер вообще нет.
Прекрасно. Потом она будет разбивать, и она нас будет развалить. Что хочешь сделать? Приятный оппонент. Посмотрим, что сейчас будет. Пусть на лицо. Так, блин, надо замедлить время. Так. Да, развалит сразу. Короче, кто разбивает, прям это... Очень сильный адвантаж. Пак. Ничего себе, это он крепко сделал, очень быстро сделал. То есть на это вообще нереально отреагировать. А все потому, что звездочка в одном месте была. Бежал. Ну, в общем-то, не стал замедлять. Ну да, ему нет смысла замедлять, потому что я просто завысил свою ульту. Забейтился. Опа, а это крученый был. А, не, не был крученый, я не то нажал. То есть я просто сделал. Кеп. Дальнобойная какая-то женщина прям. Пак! Я хотел прицельный удар сделать, я специально забытил на это. Я не понял, почему она не сделала. Диджи. Блин, что-то я... Лост. Я там делал и не смог кнопку нажать черт. Короче, там не будем делать. Так, ну теперь я раздаю. Он очень круто адаптировался ко мне. Он начал использовать быстрые удары вместо своей фигни. Вот это вот. Ну, мы прям играем от краев корта, то есть вот здесь. Первый сет у нас очень простой для меня был. Но как только он адаптировался, сразу стало сложнее мне. Пак, надо было прыгнуть. Да, окей, это он хорошо сделал. Что делает? Теперь он отбивает. Опа. Нифига. Да сколько ММР-то?
Верни брату контроллер. Почему у меня есть звездочка, а у меня нет? Появилась. А, сейчас контрить свою ульту, я проиграю. Да. Нет, она что-то странно сделала. Господи, пусть это все закончится уже. Эх. Я слишком далеко. Короче, когда человек далеко стоит, ты не делаешь навесы, потому что ты проигрываешь сразу же. Давай, конечно. Блин, она успеет. Фак. My bad. Я не понимаю, почему у нее звездочки не возникают. То есть, типа, она не заряжает, поэтому звездочки не возникают. Типа, быстрый удар. Это настоящая женщина, Галь. Привет. Гадэмит. Блин, у нас ситуация теперь. Окей, он хорошо знает, когда быстрый удар делать, когда нет. И теперь лагает невозможно, прям сразу же, моментально. Не, подожди, пока отлагает. Не, нормально. Интересно, здесь есть какой-то таймаут? Блин, реально лагает. То есть вот я дергаю стик. Оп. На победку человек играет. Мне, похоже, тоже лагает, поэтому он не успел отреагировать. Бам. Опа, что такое? Блин, я заряд экрана-то сделал, наверное. Тех. Подловил. Так. Блин, вот эти вот быстрые удары невозможно. Может, их можно узнать, как ракеты, там цвет горит, я не знаю. Наверное, нет. Не ожидал. Блин, вообще. Ну, короче... Мета быстрых мечей мне не нравится. Мне нравится, когда она медленно была. Фак. И я свой метр потратил целиком и замедлил время на... А, не, я не потратил. Фигнику сделал. Деньги. Ну
Джизус, почему я не успел? Короче, почему-то Чарльз лучше, чем Чарльз. Как-то. Блин, вот это вообще пот. Jesus Christ. Проклятая женщина. А, фак, она сразу раздает. Если даже чат не почитает. Тех. Адвантаж. Че я замутил? Я набрал ульту, а ты? Я сакарик. Вот это пот. Не раздает, а подает. Хех. Блин, чувак реально потный был. Но он не стал абьюзить свои бэшки, вот эти крученки. Видимо, потому что против моего пузяна надо играть именно, что он быстрее, и ты быстрее. Блин, пузи блинчик вообще прям мовный. У меня же палец прям реально болеть начинает. Я так жмякаю. Так, давай, кто дальше? О, полуфинал, чат. Хайпуйся. Пич на самом деле слабая была, потому что она очень далеко все время отходила. И у нее удары не такие сильные, чтобы это прям я не успел. Нифига, а это что делает? Он лагает. Не, давай мы его задоджим. Изи додж, я не знаю, что он делает. Чен-чомп. У Пич при том еще моделька хорошая, что все с ней просто понятно, что куда она бегает там и так далее. По сравнению со всякой мелочью, типа там капитанов Тоудов, Йоши и так далее, которые он делает. Бам! Давай. Mirror Match. Чат, ты в курсе, что там гранд-финалы будет комментировать капитан Дзёрк, собственно, персоной? И кто из нас кто? Это я или он? Это я. Ну давай, мэн. Бам. Хех. У него, похоже, время потребуется на адаптацию. Стоит, ракует. Блин, я с Пич-то так набодрился, что это вообще теперь ничего не делает. Другое дело, что если мы пару ударов друг другу сделаем, мячик будет у нас сверхскоростной. И мы с ним просто не справимся. Бам. Так. Теперь он, видимо. Он ровно тоже. Он ждет таунт. Не, за таунт. Фак. Окей. Все. Вот на этом он умеет играть, я понял. Прям за все подачи мне делает. Да я же супер удар хотя бы. Вот это про звездочку. Что, звездочка полное дерьмо на самом деле. У меня при том был метр. Бам. Окей. Быстрым мячиком очень фигово управлять.
У него ульта есть. Оп, потратил. Больше нет ульты. Нифига, она сразу треть сняла у него. Четверть, точнее. Перегрустнел. А че я не ударил? Фолд. Он не попал. Блин. Гадэм. Не, при том знал, что он так сделает, но не успел. Взял, залил. Короче, кто разбивает, тот реально выиграет. Так, теперь я разбиваю. Нам бы замедлять, да. Блин. Так, Абин, я первый раунд так нормально делал, а он что-то приободрился сразу. Не успел. Ладно, у меня теперь супер есть. Наверное, надо тратить сейчас. Вот это вот дерьмо. Сейчас надо было назад катиться. Я слишком близко подошел. А как он ударил? Замедление, классно. А, впрочем, не важно. Бам. У него не было маны, поэтому я это сделал. И теперь у него опять нет маны. Он не успевает. Сейчас он будет разбивать, и будет обратная ситуация, что я буду страдать, а он будет со мной что угодно делать. Мы прям факи. Бам. Что-то он странно сделал тоже. Запутался. Да, сейчас маны накопим и нормально будем делать. Не успевает. Блин, стиком, похоже, еще и вверх-вниз можно мячик направлять на самом деле. А я вот это не делал. О, вам поверил, что я затанцил. Рофл. Все, чел морально уничтожен. Другие герои, откуда мяч таск. С кармана обычно. А здесь это вот такой уникальный чучок. Что я сделал? А, мы сейчас просто вышибем. Другое дело, что у него есть мана. А, у него мало. А ман-то... А, у него не ман кончился, он не затаймил. Нокаут! Я по нокауту даже победил. Хех. Бам, супер пельмени, ван пинг. Смотрим реплей. Жжж. Мы в финале, чат.
Кайпуется? Рофу. И телезрители. Бам. Ладно, все, скип-реплей. Friend request, но у меня друзья, блин. Ничего себе. Сейчас будет мне писать, fuck you. Я, кстати, даже не знаю, здесь, по-моему, даже писать ничего нельзя. Даже ГГ нельзя сказать после игры, вот это вообще прям... Японцы. У японцев очень сильно на этом бзик, на самом деле. Розалина, кто там просил? Женщина? Что она может? Ну, она на турнир доиграть, у нас турнир на Пузяне. Мы в финале. Let's go. Сейчас какой-то супер-гипер-чел будет. Мне пока что везло, на самом деле можно доджить, короче, чаров, которые тебя контрят. Блин, у меня палец уже прям цыхает. Марио. Лагает, короче, Марио. Let's go. За 1500 поинтов дадут тоже какую-то фигню. Мне на самом деле любого, на самом деле, кто не лагает, то есть пофиг. Луидж с одной палки, не, вот это вообще прям не вариант. Вот он, видимо, так и победил, что пришел и дергал себе провод. О, капитан Зерк, он очень быстрый. Степа. Давай, Степан. Блин, Степан, конечно, должен меня побеждать. Он там целый брекет развалил. Сейчас комментариями капитан... Попчамп. Good evening, tennis fans. Я же говорил, капитан Зерк будет комментировать. Бам! Степа versus Пенги и аналитика от этого. Бам! Пенги enters the court. Let's go. Оп-оп. Иван Пенги. Все топит. Бам! И тут Степа. На капитан Дерги, любимец публики. Развалил полбрейки-то и не ощущаю никого. Сейчас будет меня развалить. Бам! Who will be the champion? Слушайте, вообще попчамп. Бам! И все по серв. Во-хо-хо. Блин, и капитан Дерг вылазит теперь каждый раз. Найс шот, говорит. Вот это крепко было. Блин, он этим калачем накапливает всю фигню. Нормально, бодишот. Блин, вот бы комментатор отключить, а то лезет прям, мешает. Что такое? Это он замедлил время или так лагнул? Так, ну все, поотлетел. Один раз. И сейчас он начнет меня разматывать. А, не, еще я подаю вообще. Вдруг окажется, что он с подачи имеет. Он обузит супера, походу. Блин, я лагаю сразу, значит. Лагает. В настройках можно отключить комментарии. Блин, надо отключить, а то они реально мешают. Для зрителей это прикольно, блин, а мне не очень. Как же она будет, это дерьмо? Jesus Christ. О, и в помойку летел. Какой смешной чел. И он набивает этим, смотрите, у него полный метр почти. Опа, опять в помойку летел. Опа. Не, Сёпа, ты чё руинишь-то?
Он прям очень хочет накопить себе, супер. Championship point. Накопил, супер. Чат, это победа. Let's go. Бам. Он при том энергии 17 тысяч заработал. Я не знаю, куда он ее тратил. И смотрите, как мы шли к успеху. Мы убили Баузера, убили там Пузина, убили Пич. Убили Степу, который оказался очередняр. Я не знаю, как он брекет свой прошел на самом деле. О, кубок. Let's go. Мы победители. Блин, ладно, зеленый пузяк крутой оказался. Я пальцы себе прям нормально так от этого отшмякал. Оп-оп-оп, ПТСики, 4 сотни за победу. Штанок на чем-чемпы. Бам, вот на нем мы катнем сейчас. Бам, total points. И комментаторы, аналитика. Пенги говорит, Найс катает. Да, действительно, был pretty one-sided. Найс. Степа just didn't bring it today. See to play in round 2. Раунд 2, нифига себе. Это что за раунд 2? Это типа несколько раз побеждаешь, становишься супер-мега-чемпионом? Розалина waiting room. Мы сейчас вам в чем будем смотреть. Смотрите, мы всех анлокнули. Розалина трики. Блин, я забыл, что это значит на самом деле. Давай вернемся в хелп и посмотрим, что это значит. Я помню, где это было. Это было controls and tips. А, меню. Во, вот здесь. Трики — это когда зеленый мячик хорошо закручивается. Техникал — это хорошо... А, во, короче, пич была техникал, и поэтому она влево-вправо очень хорошо делала. У нас с ней самый сложный матч был за весь брекет. Дефенсив. Дефенсив, видим то, что он ракеткой хорошо машет. Окей. Я бы хотел попробовать трики, наверное. Слайсами катнуть. То есть на Розалине, в принципе, можно. Но мне хочется чен-чемпа просто посмотреть, какая у него ульта, на самом деле. Слушай, вот бы давали за победу в турнире чем-нибудь. Хотя бы, наверное, тогда бомбили. Он powerful. Блин, он как пельмешек будет. Мы хотим? Давай на Розалине, наверное, катнем одну. Here we go. Here we go. Бам. Главное, чтобы палец не отвалился. И здесь чел на чемпе. Вот он, может, нас ультанет, мы посмотрим, каково это. У меня даже на ракетке ченч. Подожди, а что это меня сразу полфинал закидывает? Что такое было? А, это типа потому, что я победил один раз, и теперь меня классным парням кидает, или что? Я летаю. Блин, меня это очень сконфузило, что я летаю. И то, что он бегает так. Не, ну окей. Чен-чемп — это литтель от Баузер. Что он стоит лево-вправо, кидает в центре комнаты? Нет, это все достает. Он сейчас сделает. Fuck me. Не, Розалин что-то не по мне персонаж. Особенно против такого. Вообще не смог против него. Наверное, одна пич попробовать, потому что я вот влево-вправо как раз люблю больше. Теперь я разбиваю. Jesus Christ. Теперь я понимаю, как ощущают люди, которые против меня играли на пельмени. На пельмени маленький хитбокс, но он играет точно так же. Что влево-вправо фигачит просто. Очень много.
у него ульта есть. Ультует. Не, не ультует. Господи, он еще и в сетку попал. Кавалера что-то совсем. Я при этом Розалин даже на разбивке ничего не делаю. У нее мячик какой-то медленный. Ничего себе сделал. Блин, окей, против него надо все время, наверное, вот эти панцы делать в окно. Но я уже проиграю сейчас просто, и все. Jesus Christ. Заберите меня отсюда. Очуметь. Уходи отсюда. Мы так и не посмотрели ульту, потому что он вместо ульты нажал супер. Так, и чего? Давай на вот этот... Не, тихо, этот дефенсив, вот пич технику. То есть я посмотрел, что у нее бэшки действительно загибаются, но бэшками я не знаю, кого ты побеждаешь, потому что все лупят быстрыми ударами и просто им пофиг. То есть с обычными ударами никто не играет вообще, в принципе. Да, я действительно начинаю с этого. 1-8 финала. И здесь уже крепкий. О, вот это круто будет. Давай попробуем. Я разбираю, окей. Почему я не попал, блин? Вот это уже больше похоже на теннис, чем в тебя из пушки стреляют, как знаете, это теннисные пушки. О, нифига, смотрите, как он круто сделал. То есть он подошел и заглушил. Вот это уже интересно против таких играть. Обыграл меня. Может, не надо мне с топ-20 начинать? Как ты отключить? Прям люди экшли играть умеют. Да, я все, я прям нулин проиграл. Теперь она еще и разбивает, то есть я вообще прям без шансов. Все, после победы стример не работает. Опа. Теперь я обманул. То есть, короче, можно лево-вправо кидать, а потом два раза в одно и то же место. Тогда иди победка прям. Фак. Окей, он единственный персонаж, который близко к сетке подходит и экшли делает. А я забыл, что перекидывать надо. Лол. Панс в окно. Так, ладно, давай запотеем. У Пичи очень слабые быстрые удары вот эти. Явно не про этот персонаж. Опа. Да пендрилась? Запушить меня хотела коза. Он сейчас законтрит меня. Да, это прилетит.
Вообще, господи, как же мы делаем? На бабах. Кто это из нас? Это я, сзади написано. Господи, как же это круто. Я, короче, по-любому куплю эту игру. Как бы это глупо не звучало, что теннис там за миллиарды денег. Как? Чат, давай, запотеем. На грани аута прям. Не знаю, я не успеваю как-то физически пальцами поражать замедление, на самом деле. Замедление и вот панцы вот эти у меня вообще прям не работают. И у меня тоже есть ульта. Лол. Она что-то странное сделала. Геймпоинт, чат. Опа, а что такое? Крутится она там, глупый баб. У нее была крутая идея заглушить. Но он заглушил крученым, а не быстрым ударом. Кнопка запуталась. Фак. Блин, вот сейчас вот паунс надо было, но я уже прям... Слишком поздно понимаю, куда летит, если звездочки не показывают. Я при том не понимаю логику, почему у нее звездочка не показывает, а моя показывает всему. Как это вообще работает? И все, и вот это то, что нужно. И типа 40-0. Рофлис. Пошла, надо было лютовать. То есть он просто сухой меня развалил сейчас. Что-то прям мам спагетти. Оба с ультами. Вообще тоже ультами. Ой, да пошла ты. Короче, она просто пушит меня и жмет кнопку свою. Сейчас прям подгорать уже с этого начинаю. Опа! И вот против этого она не может, но в прошлый раз почему-то это не работало, фигня. Так, подожди, она стоит тайбрейк, что ли, у нас? Да. Нифига себе! Ой, пошла ты. А если я тебя пушить буду? Jesus Christ. Что-то чего прям потеть начал. Опа. Не попало. Банать меня хотя. Еще и корт меня. Ясно. Отсюда. Короче, когда у меня получается сделать верхний удар, она сразу проигрывает.
Но почему-то не всегда не получается, когда меня начинают гонять. Окей, Пичи очень сложно сделать вот этот глушенный мяч. Может быть, мы так играем? И у нее тоже ульта появилась в этот же момент. Fuck you. Офигеть. Блин, вот это по силу. Это, пожалуй, самый жесткий соперник, который мне вообще попадался. Джей, все. Гаддэммит, ничего себе. Слышь, не, напить что-то я не знаю. Напить что-то я вообще не осилил. Неужели я могу только на быстрых персонажах? Но это же прям очень тупо, это прям абуз. На самом деле, давайте попробуем еще на Капитан Дёрге. Или на Ёж. Давайте на Ёж. То есть сильно я не хочу пытаться. Можно дефенсивом пытаться в Луиджи. Я такой, он лучше достает, просто у него рука длинная. Не знаю, насколько это хорошо мне. Давай на Ёж. Но то, что скипают первый раунд, это, конечно, не очень здорово. Даже разыграться нет времени новым персонажем. Опять баба пошла ты нафиг. Лагающая. Так, все, Луиджи, давай. За странный счет. Это тайбрейки были. В тайбрейке в обычном теннисе тоже 8 мячков. Ой, что это он? Блин, а я только что ешь так быстро бегает. Что-то глушить начал, это не есть хорошо. Фак. Гаддэммит. Блин, и у него уже ульта есть. Да, Луиджи, он покрывает половину корта своим персонажем. Окей, у меня мана просто кончилась. Я лестницу ману завысил. У меня персонаж падает. Be lost. Блин, Луиджи-то, похоже, крепкий, надо им попробовать. Он почти не бегает, и ему нормально при этом. И он ультует сразу опять. Как он так быстро накапливает?
И лост. Вот я зря, наверное. Одна ракетка осталась. Я черт его знает, на самом деле, когда таймик, чтобы бить вот эту фигню. Как он понял, что надо туда бежать? Я вот не понял, как он понял. И сейчас он опять понял это. Не понял, что произошло. Фак, ничего себе. Блин, вот он что-то прям майндгеймит меня тут, Макс. Этот чувак. Это прям первый действительно сильный соперник попался, который прям салат просто меня развалит. И прям чувствуется, что именно на майндгеймах, а не на ударах. Лево-право. Да, хороший чел. Теша, у меня было странно, что я бежал за мячиком и несколько раз сделал слабый удар, потому что не успевал за мячом, что как-то вообще странно звучит. То есть в центре, когда к корту я убегал, и как-то прям ракеткой спотыкался и бил. Мне это не понравилось. Давай сами попробуем на нем, он дефенсив. Почему бы нет? Мне кажется, Марио нормальный самый. И остальные какие-то прям гиммиковые. Пузиан, ничего себе. Что у нас будет бам-бам делать? Вообще, у каждого персонажа очень сильно ощущается, что отдельный плейстайл должен быть. То есть на Пузине просто кнопку жал и пофиг было. Лагает он. Нифига у Луиджи речь. Лол, я бы отсюда, наверное, достал, мне буквально полмиллиметра, похоже, не хватило. Но он реально полкорта закрывает собой. Вот такой я бы не взял, ёж. Блин. Ладно, он сильно медленный, я не рассчитал скорость. Лол, он локает. Я сейчас сливаю прямо сейчас в салат. Он делает быстрые мячи, я не понимаю, как с ним справиться. Да, Луиджи очень медленный. Меня вот... Фак. Вот так я и побеждал, что... Вроде ничего особо не делает, мячик летает быстро. И тебе надо перемещаться быстро. Он при том почему-то Луиджи считает... Как будто бы медленнее, чем остальные все. Притом вроде не сильно. Очень странно перемещается. И все, он выиграл. Так. Ладно, что-то пошло мама спагетти. Я, похоже, только на Пузине и могу обузить тут, как этот чел. Так, ну хоть что-то. Это, по-моему, первый вообще, который я забрал у меня. О май гад, он его положил. Дропшот. Окей, видимо, он действительно круто играет. Сильно меньше времени на реакцию, а то, что у него быстро от ракетки отлетает. И, соответственно, ты траекторию глазом успеваешь заметить уже, когда на твоей половине мяч. И если он диагонально куда-то летит, то все, собственно. Что? Че это такое было, Диджи? Пельмень, короче, опи. Я бустил пельмени. Ладно, Луиджи мне не понравился. Он какой-то слишком медленный для того, чтобы дефенсив. Притом зона покрытия реально огромная. Но так как я не имею прыжки вот эти использовать, то вообще прям не вариант. Давай последний, наверное, катнем на Марио. Let's go. Ой-ой-ой, Чен Чомп.
Надеюсь, это не тот же, который нас тогда прям без шансов просто развалил. Опять тоже Powerful. У меня страгл огромный с Powerful персонажами. У них очень быстрые разбивки, что бам-бам, и ты проиграл. Просто потому что факи. Вот я уже проиграл. Смотрите, как просто для него это было. Что, влево-вправо ударил, все, конец. Притом успел. Фак, и он мне положил дропшотом опять. Окей, это хорошо, он придумал. Ничего себе. Опять дропшот. Это же прям сам на... Как он это делает? Окей, это круто. На то он споймал. Офигеть. Блин, вот это здесь чуваки приходят. Полчаса не прошло от релиза, а уже метагеймер кит. Короче, Powerful персонажа не победить, если ты не играешь сам Powerful персонажа. И он опять дропшот сделал. He lost. Ульту смотрим. Я не понял, как, когда таймик, то есть надо, когда оно отскакивает, бить. Но когда это происходит, я вообще не понял. То есть, ну, явно было слишком рано, потому что оно не отскочило. Я отлетел просто. Не, слышь, давай еще, я что-то не готов на такое. Мы после того, как победили турнир, нас начало матчмейкать, похоже. Матчмейкинг подрубился, потому что мы вообще никого не победили с тех пор. Литерально. То есть, это раунд 2, это отдельный матчмейкинг для победителя одного турнира, видимо. Как-то так я это все вижу. И здесь парни прям нормально так делают. На шарике? Не, я не хочу на Powerful. Я буду так учиться как-то бороться с этим. Так интереснее. Пич. Давай. Да, здесь, наверное, есть какой-то минимальный матчмейкинг по победам и поражениям и так далее. Что те, кто много проигрывает, кидают к тем, кто много проигрывает. Видишь, как здорово, когда мячик медленный? А был бы это Powerful, он бы с двух ударов летел. Спич вот очень классно играет, что техничные, хорошие игры, как будто настоящий теннис играешь, как на старых приставках. Бам. Есть время и позаряжать, и побегать туда-сюда. Да, они играли в первом раунде, это показывает, да. Теперь. Это похоже на настоящий теннис, что мы играем в камень-ножницы бумаг. Какой удар, какой контрит. Блин, я все удары неправильно делаю. Че так, блин, стик задел. Я его не отключил до сих пор, правый стик. Пальцем шмякнул. Геймпоинт. Что-то она рыканула. Ну вот, расстроился.
Блин, в это дерьмо можно бесконечно играть, это как Rocket League. Let's go! Бодишот, он не пытался отбить. О, ну. Не скипит. И опять почти ульта. Да, ульта вас фиг. Он, похоже, не успевает почему-то поражать. Либо решает не тратить. Он, кстати, попробовал отбить. То есть она ракетка-то махнула. Ау. А, он не попал. Нифига. Она не прицелилась. Ничего себе. Окей, это первый, кого мы выиграли. Но он играл в теннис, как будто бы нет никаких вот этих приемчиков. Я вот так сильно больше него энергии зарабатывал. Потому что я всегда заряжал, и было видно, куда он бьет. И я на дальней дистанции. То есть ему надо было дропшоты, наверное, делать тоже. Так. Let's go. Продвигаемся по брекету. Что такое? Подбирают уничтожителя. Лисья лапа. Полные палочки. Это, наверное, из соседней квартиры, товарищ. Сейчас без лагов посмотрим, как оно. Наверное, у этой фигни, на самом деле, максимальный профит — это... Блицскрин? Не знаю. Блин, как же он сделал? Все, я понял, как он играет. Отменить. Я ломаю шаблон. Нифига он делает. А что такое? Почему не зарядилось? Что-то я не понял. Вот. Ладно, крутой чувак. Ну давай. Это при том обычным ударом становится. Блин, вот мне так же бы. Я вот не успел этой штуки делать в ворот. Джезус. Мам, спагетти. Теперь я разбиваю. Ульта есть. У меня тоже есть. Да какого фига ты уэрли? Ты когда бить-то надо, блин? Я при этом почти на всю ману держал. А, нормально. Ну, очень хорошо ловил. Yeah!
О май гад. Блин, он танцевал, я бы ей сейчас ударил, я победил. Ну вот. Блин, что-то здесь 5к ММР пошло, дерьмо, и я прям чувствую, что у меня просыпается прям вот это. Блин, у меня писечки не хватило, да чершот. Я не знаю, как это отбить. Я трачу всю ману, надо было дальше ждать. То есть видим, когда она отскакивает. И нокаут. Так. Ладно, вот это прикольный чел был. Тубэт, нокаут. Ну, мне очень понравился, тем не менее, он молодец. Наверное, мне больше всего понравились... Я не знаю, Марио хороший. Скоростные... Они слабо бьют. То есть, наверное, Марио нормальный, вот. А вот эти вот Powerful, это вообще нелегальное дерьмо. То есть, это не теннис. Просто бам-бам и все, как с пулемета. Розалина, я вообще не понял. Она летает, у нее моделька очень стрёмная. Давай еще раз ей попробуем. Мне кажется, 2 на 2 здесь очень интересно. Мне, правда, интересно, будет ли нормально у них онлайн работать в плане поиска друзей, там вот это все. И 2 на 2, можно ли онлайн вообще играть. И там, наверное, все разваливается, все лагает сразу же, как обычно. Потому что у Nintendo с онлайном прям... Долгая история и не самый хороший. У Розалины по лору Селена Марио, это из Super Mario Galaxy. На Wii, которые были. С motion контролами она там была, эта женщина. Который говорил, что делать. Че, свидали кем еще? Нет, мячик. Нифига! А, он не попал. Я не думал, что это такое возможно. Ладно, с реплеем им надо притормозить. Слушайте, а там смотри, там этот летающий с это. Ловитель мячиков. Бам. Что-то в голос. Оп. Короче, дропшоты, а не API. И вот их надо перфекс. Потому что все очень далеко стоят, когда мячик начинает туда-сюда очень сильно летать. Надо учиться. Опа. Он смог. Опа. Let's go, Лума! Пэм-пэм-пэм. Это тоже из Mario Galaxy были штучки. Он просто отошел, чтобы ему ракетку не сломал, видимо. Оба. Окей. Я пытался сделать дропшот, но так как я сам был далеко, получилось полное дерьмо. То есть надо рисковать на дропшоты. Yeah.
культовать будет. А вот, фак. Может, на контрол подвели опять. Да, закрутки круто выглядят, но им никого не обманешь, потому что мячик прицепляется и... Нереально не попасть по нему. Он просто себе рядом кнопку жмет. То есть он просто быстрый шот делает, и он так меня побеждает. И вот этому надо найти контрплей. Пока что контрплей, который я находил. Это так. Да, ульту не надо ловить мяч, но в этом моя сила как раз. Видите, он сразу лупит. Ультует. Давайте попробуем отбить опять. Опять Уэрли, он же отпрыгнул. Когда же его отбивать-то надо? То есть я пытался, когда он от земли отскочит. Там говорили, что он светится. Я не знаю. Во, надо близко подходить и дропшот делать, когда он начинает лупить сильным. Все, я понял. Но это прям очень рисково, что если ты не попадаешь, ты в дерьме сразу же. Камбэком. Геймпоинт. Вот эти прицельные выстрелы, они на самом деле сильнее, чем ульты. Потому что ульты анимация, а вот это очень быстро происходит. Ты не успеваешь ничего сделать. То есть это надо быть супер реактивным. Да, это была ошибка. Я не ту кнопку нажал, я хотел заглушить сам, вместо этого наоборот навесил. Ладно, с этой кнопкой мы будем еще играть. Опа, да это круто было. Не туда нажал. Круто он меня подбейсил, он понял, что можно в любую сторону делать. Бам! Он потом пытался отбить без замедления даже, просто обычно. Но реакция чисто. Но это, по-моему, очень unreal. Что он облажался? Блин, круто, когда люди уже перестали вот это промахиваться просто так по мячу. Уже очень интересно. Опа! Блин, а почему? Почему-то им под силу. Черт, зря, он выиграет меня. Все заглушит меня. Ха. Чё-то столько метагейма было, что он просто не справился. Да, ему пришлось слабый мяч сделать за это. Let's go! Catch this! Он просто убежал. Блин, это же не последнее. У нас равный advantage receiver. Так, наверное, зря я так. Here.
закрутил все-таки. То есть закрутка на самом деле иногда нормально работает. Победили. Нормально, но было сложно. Too bad. Грустно, Мария. Бам. А он только начал играть, но он нормально для начала. Доджить ульты? Наверное, да. Не, ну вот когда отбиваешь ульту, это прям должен быть покчам, то есть это реально сложно. И я хочу научиться поэтому. Потому что это очень сильно будет, на самом деле. Здесь есть режим без ультимейтов и без замедления всяких, то есть просто теннис. Мне кажется, он даже круче, чем вот это все. Ну, не знаю. Так, это четвертьфинал мы попали. Бам. Против лагающей бабы. Не, спасибо. Давай. Интересно, за 2000 что-нибудь анлокнут секретное? Там вроде все персонажи анлокнуты. Баузер. Не, слышь, давай просто доджи с пауэрфулов, и тогда будет изи катка. Что там будем играть в теннис, а не вот в это дерьмо. Мне кажется, прям идеальное решение, что здесь можно доджить просто людей. А не зря персонажи показывают сразу. Не подумали, Nintendo. Ну вот. Лагающих тоже не надо. Сейчас на рандоме себе персонажа какой-нибудь. В Луиджи. Сейчас он будет отбивать все своей длинной рукой. О, он лагает. Точнее, у него connection error. Come on. Впервые прям перебирается так глубоко. Йоши, давай. Ничего себе он там развалил. Слушай, интересно. А если еще турнир победить, то с третьего раунда сразу начинаешь, будешь с четвертьфинала. И там, наверное, все крутаны живут. Бам, здорово. Ха-ха. Окей, против Йоши очень круто работает этот крючок. Он, похоже, впервые... Такой женщине столкнулся вообще. Успел. Ничего себе я сделал, сам вы видели это дерьмо? Окей, это очень крепко. Блин, вот эта баба мне начинает нравиться. Это как раз вот про майндгеймы и всякие хитрости. Блин. Надо отпускать, что-то все-таки, что-то не понял. Так, ладно. Это он меня обвел. Он теперь замедляет аж. Опа. Ну, я физически не успею туда. Окей, у меня на своей скорости обыгрывает. Что, как только он начал меня гонять, непонятно, что делать сразу. Что теперь? Вот это он подгорел-то, наверное. Да, прям очень подло было. Это вот как раз абуз замедления. Это вот. Он сейчас говорит, блин, я в настоящем теннисе нормально без суперсил, там нормально было бы все. Вот это мне нравится такое. Он мне, конечно, по углам очень сильно может водить, в случае чего. О, грустный динозаврик. Аут. Он ни одной разбивки, по-моему, еще не справился с током.
я, конечно... Я бы ультанул сейчас, если бы он что-то сделал. Жалко, Йоши. А, привет. Нифига, короче, меню Розалину. Блин, я помню Smash Bros. 4, когда смотрел компетитивно, там постоянно на каждый лан приезжал чел, который мейнил исключительно Розалину и устраивал такое дерьмо там невозможное, что прям против него каждый матч были по полчаса. И он там кемпил, обузил Луму вот эту, звездочку. Так, чат, мы в полуфинале, между прочим. Сейчас доджим, короче, всех пауэрфулов и изикатка будет. Mark my words. А сейчас только они будут, наверное. Еще один Йоши, Биснейк, давай. Блин, круто. Вот это сейчас начнет наваливать, наверное. Прошлый-то вообще какой-то слабый был. Так, у нее разбивка. Опа, привет. Что такое? Алло? Что-то голос. Брейкпоинт, алло. Что теперь? Блин, нафига вот это дерьмо. Это нелегально, я бы с ума сошел, если против меня такой был. Блин, я слишком поздно вправо начал играть. Я слишком поздно ульту нажал. Я, по-моему, потратил даже ее. Я потратил, да, я на замедление потратил. То есть ты супер не можешь ультра отбить, грубо говоря. Фак, он развил меня. У меня был выигрыш в другую сторону бить, очевидно. Блин, я в салат сливаю. То есть я его выиграл в сухую, и он меня теперь в сухую. Что? О! А чё, почему? Что я не понял? Я чаржил, видимо. Он тоже, видимо, стик задел. Фак, вот это дерьмо прям супер обузное. То есть он понял, как я играю? Если я так сделал, я аут сразу. Гадым. Помогите. Геймпоинт, чат. Фак. Блин, у меня при том ульта была. Ладно, оставляем ее на следующий сет. Блин, а в релизе разные покрытия еще будут. Разные покрытия, разная скорость отскока мяча и так далее. То есть это все реально работает. Пошел ты. Давно надо было тратить, то есть не надо солить ульту. Культую. Бам! Это по карке. Блин, та терейс. Фак. Там при том есть кнопка отмены чаржа. Развалит меня. Я не знаю, что делать. То есть он меня развалит на быстрых ударах, вот эти, которые он глушит. Быстрый удар просто делает. Что делать? Притом, сам ему вот это вот опрокидывание мяча делать я не могу, потому что я слишком медленный.
GG. Забейсил меня. Блин, вот это он круто делает по майндгейме. Окей, это дерьмо можно контрить. Бам! Нокаут! Что теперь? Изи каточка, чат. Ракетки кончились. Мы бы, притом, если бы я вот это выиграл, мы бы еще играли целый сет. А так я целый сет скипнул. Ае. В этой эсике. Блин, нифига мы. Мы в финале опять, чат, алло. Ёж очень потный был. Good lord. Let's go. Я не знаю, нафига он отбивать полез, это дерьмо. То есть у него одна ракетка, у тебя по-любому нет выбора просто, не отбивай, не пытайся даже. То есть ты просто пропускаешь и... То есть... Да ладно. Он задолжил меня. Окей. Новую ищем. Марио, давай. Марио обычно сильные игроки. Потому что он прям действительно олл-раундер. И никогда не знаешь, какой стиль у чувака. Блин, сейчас опять этот комментатор будет. Ладно, давай посмотрим. Бам. Студия аналитики открывает. Пинги vs. Ярослав. Ярослав и Нес Кузнецов. Бам. Ае. Топит. Бам, и тут я на женщине. В колготах. И сломай. Yeah. Господи. Так, сейчас они будут лезть со всех сторон экрана, отвлекать. О, я еще и подаю. Фак. Что-то я странно сделал. Я пытался его понять, распознать, что он хочет. Фак. Блин, вот я каждый раз, когда делаю вот этот вот медленный шот вниз, дропшот. Что-то похоже, мы отлетаем, чат. Опа, нормально. Камбэчим. А что он на разбивках нас будет делать? Опа. Нифига, слышь, а что как быстро-то было? Это фак. Я в дерьме теперь. Будем обузить быстрый удар, а что? Тоже. Давай ульты потратим друг другу. Блин, я правда проиграл же. Да, он тоже ультует. Давайте пытаться отбить, что делать. Он фигово сделал. Аут. Найс. Господи, вот это прям интернешнл. Да ладно, блин. Вот это самое обидное, когда такое.
Farewell Tour. Фак! Я хотел сделать замедление, и вместо этого я нажал какое-то другое дерьмо, и в итоге просто лицом поймал опять мяч. God damn it. Теперь у нас опять ульты в обоих. Да пошел ты. О, опять просто игру жмет. Я тоже будучи. Return Ace. Блин, как мы ему сет слили, обидно. Надо, чтобы он супер потратил. Опа. Нормально, сравнялись. Фак. Как он быстро успел. Championship point для меня. Ультуем чудес. Он лагает теперь. А, он ловит по-любому. Фак! Мам спагетти. Ну вот. Залили финал. Обидно, блин. Мы друг друга очень сильно пытались хитрить. Но быстрые удары надо что-то придумать с ними, я не знаю. На медленных персонажах ты не можешь ничего против быстрых ударов. Потому что влево-вправо начинается дерьмо, mind games, и тебе надо следить за направлением удара. И при этом тебе надо придумать, что сделать с мячиком, чтобы он перестал так летать. Да, Ярослав тоже, как мы, играет второй турнир, похоже, что у него 2600. Нормально. Ну такое, Розалина не обмануть никого, кто не является новичком прям. Что вот эти крученки, они ничего не дают. Че, наверное, закончено это, блин, на поражении, ну а что делать? Здесь на победе сложно, надо целый брекет развалить. Да, наверное, закончен, давай на это. Фух, устал, Флэш. Офигеть. Такая вот игра, как? Где? Сколько она будет стоить? Поди миллиард, там, 4000 поди. Ну, не знаю, может, куплю даже. Фиг знает. Че, посмотрим. Надо попробовать на джойконах катнуть. Там, наверное, motion control попроще в плане целиться. И все же в плане... Да нет, наверное, пальцы так же... Да, 400. И 22 числа она выйдет. И там будет сильно больше всякого дерьма. Здесь ничего не пишет, что будет. Ну там они говорили, что там будет синглплеер на какой-то режимчик, про какие-то приколы, что типа корты нестандартные будут. Вон, смотрите, какой-то пляжик, вон что-то какая-то фигня. И вон боссов бить надо будет ракетками, то есть мы будем по-любому прям катать. Стримить я вам, конечно, не буду, чем стримить. Дель тоже не буду. Fuck you. Все, друзья, спасибо. Смотрите, мы выиграли трофей все-таки. Поэтому мы молодцы. Вы тоже молодцы. Спасибо всем, кто пришел. Такой фановый был стрим. Демку скачали, поиграли. Все понравилось. Так что до свидания, до скорых встреч. Вам. Скорых лол.